Касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. В последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта...